Давай, ласточка, работай. И ты работай. База готова и ждет указаний. Орудие к бою. Вот зараза. Нас могут хорошенько потрепать. Поэтому мы включаем защитку и улетаем отсюда. Нам еще предстоит много разбиться, поэтому... С этим покончено. База на связи. Этого я уделала. Этого я уделала. Все она уделывает, ах ты ж. Снова пираты, оружие к бою. Так просто мы им груз не отдадим. Эй, потише, мы не пираты, груз ваш нам ни к чему. Ну, конечно, это хобби такое, путешествовать на пиратском корабле для остроты ощущений. Именно так. Вы не представляете, насколько это похоже на правду. Почти угадал. Это мой трофей. Можешь верить, можешь не верить, дело твое, но нас вы не интересуете. Поэтому давай каждый продолжит свой путь без ненужных переживаний. Заметано? Отбой боевой тревоги. Извините за оказанный прием, но за последние 3 системы пираты успели нас серьезно потрепать. Так что мы теперь даже своей тени опасаемся. Да ладно, все нормально. Меня Мэттом зовут. Послушайте, у меня к вам дело небольшое. Мы летим на рудник Велио, но от нашей охраны практически ничего не осталось. Ваша огневая поддержка была бы нам... Была бы очень кстати. Правда, заплатить я могу всего лишь 12 500. По рукам. И на самом-то деле это прикольно. Я в прошлый раз недовыполнил это задание, когда сам играл. Погоди, ты сказал Хендеры? А кем тебе доводится Карл Хендер? Отцом, у нас в Элио семейный бизнес. Надо же, как тесен космос. Да, тесен космос. Ласточка жжет. Мы как раз к твоему батюшке направлялись. Он мой давнишний приятель. Ладно, успеем поговорить. Передавай координаты рудника. Курс проложен. Давайте-ка быстрее. Нам нужно успеть за ними потом прыгнуть. И успеть собрать всю эту фигню. Курс проложен. Ой, да блин, остановись ты уже. Принято к исполнению. И сохранимся. Всегда сохраняйтесь. Что бы ни случилось, всегда сохраняйтесь. Кстати, не обязательно в базу корабли засовывать, хотя говорила о том, что... Или еще не говорила. Задача выполнена. Я тут. Почему она, в общем, не могла сбежать от этого чувака? Ну чего еще? Ладно, сделаю. База готова и ждет указаний. Гляньте, как он крутится, этот корабль. Давайте сопроводим до самого конца. Двенадцать с половиной тысяч нам не помешают. Тут, слава богу, одни торговцы и еще какие-то. Да, вот Shift Control и посмотрим. А как узнать, какой вы фракции? Вот это вот что означает? Вот эти, я так понял, торговцы, да. Кёртис, я так и знал, что за всеми атаками ты стоишь. Уж очень отчетливо воняло.
Мальчик, тебя и твоего идиота отца ведь предупреждали, чтобы вы покинули систему, пока можете. Зря не послушались. Теперь придется вас сильно огорчить. Да, но мы не такие уж и простые. Мы сейчас сохранимся. Мы умеем сохраняться, понятно? Опытный пилот, это нехорошо. Ну чего еще? Я не люблю опытных пилотов. Да тут я. Так, ты, девочка, у нас полетишь сюда. Считай, его уже нет, компаньон. Отлично. Нужно хотя бы одного сразу же уничтожить. Попался, голубь. Курс проложен. Ага, вот. Атакующий курс. Я тут. Вроде справляемся пока что. Но они ж, блин, опытные. База на связи. Курс проложен. С этим покончено. Один из твоих закадычных приятелей? Из-за этой сволочи все наши беды. Он объявился в Элио пару месяцев назад. Облетел станцию за станцией, предлагая людям выкупить их бизнес за четверть рыночной цены. Понятно. Его, естественно, послали да куда тут, подальше. Я тут. После чего на станциях стали происходить мелкие случаи саботажа. Стали пропадать торговые корабли. Бизнес встал. Перевозчики отказывались появляться в системе. Вот начали так. Начали терпеть серьезные убытки. Почему вы не взяли в охрану наемников? Это мой мир. Где живут такие пидорасы. Сначала и процветают. Но только потеряли время, деньги и корабли. Потом наемников уже было не на что взять. Пришлось самим собрать караван и лететь за нужным оборудованием. Наконец-то удалось прищучить Кёртиса. Да у вас вся система теперь в долгу. Ой-ой. Рады были помочь. Сколько пафоса. База готова и ждет указаний. Я так понял, система сейчас... это нечто такое мелкое. Чего еще? У нас всего одна планета, хорошо, а здесь, хорошо. Ну, подумаешь, система в долгу. Это как, не знаю, город у вас в долгу. Или даже, не Насили, знаю, двор у вас в долгу. На хрупкую девушку. Да ты не хрупкая, тебе кажется просто. Мне тут помощь. Ой, зараза, помешала. Ласточку бьют. Ласточку хорошо, бьют. Хорошо. Слушаю. А ты, ласточка, ты, короче, в корабль засунься. База готова. А корабль пусть сюда прилетит потом. Я тут. Хотя мы всегда сможем вернуться. Это что тут валяется? А вот ты иди сопровождай. Вдруг на них еще кто-то нападет. Это хорошо, что мы их сопроводили. Потом мне придется это делать второй раз. База готова, ну, стыковка произведена. В следующий раз их нужно будет не сопровождать вообще-то. Курс проложен. Принято к исполнению. Курс проложен. Мэтт, это ты что ли? А что за пират за тобой болтается? Все в порядке. Это друзья. Парень, если у тебя все в порядке, мы полетели. О, да, конечно. Простите, что задерживаю. Спасибо вам огромное. Без вашей помощи мы бы никогда не добрались. Удачи, береги себя. Так мне даже не нужно туда никуда лететь. Слушаю, окей. Уже выдвигаюсь. Ты, короче, стой здесь, а ты, ласточка, вылетай из ангара. Задача выполнена. В ангаре у нас сидит ласточка. Чего еще? Хорошо, хорошо. Ласточку нужно выгнать из ангара. Стоп, а я слишком часто, наверное, сохраняюсь. Ну да ладно.
Сохраняться нельзя слишком часто. А, нам же ждали деньги, это круто. Деньги это круто, кто бы поспорил с этим утверждением. Говорит станция Грид. Мы не принимаем пиратские корабли. Пожалуйста, уходите, пока мы не выслали охрану. Эй, нам нужен Карл Хендер. Передайте, что мы от его сына. Ничего себе, здравствуйте. Ласточка, ты что ли? А тут со мной Мэтт связался. Говорит, встречай старых друзей. А что за друзья, не признается паразит. Ну и всыплю же я ему в память о старых добрых временах. Стыкуйтесь скорее. Вы желанные гости на любой станции нашей системы. Карл, мы к тебе по делу. Надо изменить идентификатор базы, чтобы она была чиста перед законниками. Помню, ты когда-то этим занимался? Когда-то занимался. Теперь у меня свой, пусть и небольшой, но честный бизнес. Но для тебя я вспомню старые навыки. База на связи. И чё, у нас другая база сейчас будет? Давайте попробуем. Сохранимся. Так, для профилактики. Я часто сохраняюсь, просто нереально часто, потому что база жизнь на научила. Давайте всех на базу. Быстренько. Вот так. Еще раз сохранимся. База на связи. Стыковка произведена. Стыковка произведена. Как это произведена? Нифига не произведена. Да. О, мы уже другой корабль, типа. Нам нужно было только пристыковаться. А какого хрена? А, ну да, оно же заменилось, и все эти сбились, настроечки. Настроечки сбились. Давайте посмотрим магазин. 131 тысяча. Это нам не подходит. Боевой лазер второго поколения. Интересно, а это что? Большая пушка, одна и две системы. Бред. Нам нужен совершенно другой кораблик. Модуль ПРО дымка нам не нужен. Нам вот эта вот штука нужна. Она на 2 хп в секунду регенит. Это круто. Это просто нереально круто. Его можно вместо того же радара засунуть будет. И мы, наверное, не будем прокачивать нашего чела, так как нам нужно вот это вот. 75 нужно набрать. А вот эту человеченку мы будем прокачивать еще и как. Хотя что у нас тут за варианты есть? 29... Блин, до 30. Хотя, смысл в этом? Какой в этом смысл? Там зато нужно 75. Ну, впрочем, нам все равно нечего качать. Качать нам нечего. А как вернуться назад? А, вот, продолжить. Я уже совсем тупой. Скорчеры два штука. Давайте-ка вот сюда вот установим эти турельки. Один из скорчеров сюда, что ли, да? А у вас нету, не знаю, чего-то покруче, что ли. Ничего у вас нормального нету. У меня зато есть куча пилот-патруля, неопытный пилот, пилот. А, пират, а не пилот. А вот пилот патруля, это интересно. Как его сдать? И пилоты, это, наверное, нужно кому-то
законникам тоже сдавать.